Где мои собаки? Где мои любимые? Хотите поиграть, а? Я хочу поиграть. Кто зовет играть? Подожди, Пенни, сейчас спрошу еще у котов. Арманчик, ты хочешь играть? А, нет, конечно же, я поспать хочу. Ну давай, хоть чуть-чуть, попробуем, может тебе понравится, а? Нет, не хочу. Хочу умываться. Ну ладно, спи, пушистый. А я спрошу у Пума, ты тоже хочешь спать? Еще бы, конечно хочу. Собаки, вы не знаете, как развеселить котов? Я знаю, нужно брать их вот так, вот так играть игрушками, вот, это веселее всего на свете, вот это, какая игрушка злая, злая юная, сильнее, чем эта игрушка, ты у меня получишь, вот, на, пробуй. Нет, твою игрушку я не возьму. Тогда давай сюда, я буду играть игрушечкой, отдай игрушку, отдай мне. Надо же, какая сильная. Вот они, собачьи игры во всей красе. Борются все трое за одну игрушку. Надо же, какие веселые. Это моя игрушка, отдайте. Арман, может ты со шнурочком поиграешь? Смотри, какой веселый шнурочек. Видишь, как весело? Ну, дай понюхать, дай-ка. Ты знаешь, вообще не весело. Убери это. Ну, попробуй, может тебе понравится. Нет, на вкус не очень. Арман, но все же, коты же играют. Ты что, весь день спать будешь? Ты меня уже достал этим шнурком. Брысь отсюда. Я спать буду и умываться. Ну попробуй поиграй. Что ты хочешь от меня? Уйди. Собаки, а вы не хотите поиграть шнурочком? Смотрите, как весело. Вью, весело-то как? Нет, не весело вообще. Пигги, может ты поиграешь шнурочком? Я тебе что, зверьё или что? Ишь ты, какая деловая. Пума, может ты поиграешь, а? Попробуй. Ой, как весело. Пума, ну ты хотя бы встань для игр. Зачем это мне вставать? Я могу играть лежа. Видишь? У меня все получается. А кто это к нам пришел? Что, все-таки заинтересовал шнурочек, да? Нет, вообще не интересно. Играйте сами. А мне вот очень интересно. Пума, ну ты хотя бы встала бы, чтобы поиграть. Ой, а что это там у вас? Слышу запах мыши. Где она? Арман, я тебе мышу не отдам. Даже не проси. Нельзя кушать домашних любимцев. Ладно, подумаешь, любимцы. Вот, лучше шнурочком поиграй. Эй, ты куда? Неинтересно. Пумочка, а тебе как? Классно, здорово-то как. Эй! Ты чего не кусайся! Не лезь к моему шнурку, не отдам! Нельзя быть такой жадной, Пума, ты чего? Крэмми, попробуй ты поиграть. Ну, как тебе? Да, вкусноватый шнурочек. Но еще, оказывается, весело с ним играть. Как вам такая идея? Я сделаю игрушки для своих собак и кошек. А мы посмотрим, кому какие больше игрушки нравятся? Собакам котячьи или котам собачьи?